8 июля увлекательное мероприятие провел Ангарский музей часов. В 3 часа дня здесь собрались десятки семей с детьми. Сотрудники учреждения совместно с театром сказок Дворца культуры нефтехимиков представили гостям костюмированное представление и в игровой форме поведали сказ о святых Петре и Февронии Муромских, покровителях супружеских пар. Сегодня музей часов вот решил провести, вернуться, ведь символично музей часов со временем связано, вернуться в то время, рассказать детям и взрослым, которые придут на этот праздник, об этих удивительных святых Петре и Февронии, рассказать им такую повесть красивую, очень, я ее прочитала, прям взахлеб прочитала, очень интересная, поучительная эта история. В празднике приняли участие ребятишки из интернатов, общественных организаций города и просто семьи, которые проводят лето в городе. С маленькими гостями ведущая обсудила значение семейных ценностей. Многие из них вчера впервые узнали, что символом праздника является полевая ромашка.